Смотрите, какой красивый закат. Просто волшебный. Гепчес, скажи всем привет. Всем привет, ребята. Сегодня вечер. И как вы видите, вот такое солнышко. Да. Солнце просто огромное сегодня. Гигантское солнце. Угу. Лягушки. Мы ехали из магазина, я увидела солнце, остановились и пошли фотографировать. Я говорю, такое красивое солнце, надо, говорю, его срочно сфотографировать. А Глеб еще говорит, поснимать надо. Я говорю, ну точно. Так что поедем сейчас опять. Еще кое-что докупим и домой. Маркиза. Маркиза, покажи, какая ты большая. Ой, тиська, я покушала, да? Я покушала. Всем привет, меня зовут Ольга, мы живем в Сутоморе. Всем привет, да. Зрители. Мы приехали из магазина, хочу показать, что мы купили. Тут такой сок яблочный, уже почти выпили. Сегодня у меня супер дорогой магазин был. Купила 3 килограмма мяса свинский врат и попросила, чтобы мне его сделали в фарш. Вон, на 16 евро почти. Вот. Купили собаке корм. Салфетки, мусорные пакеты. Что мы еще купили? Ой, скажи, это мое. Это мое, да, скажи, я услышала, что это мое. Да? Также купила баклажаны. Прошлые баклажаны я просто тупо выкинула, потому что ничего с ними не делала. Помидоры купили, молоко. Опять купили виноград. Здесь еще тот не доели, уже купили свежий. Дыня еще у меня тут прошлая лежит. Наконец-то я тут начала есть. Печеница какая-то негушская. Рукколу нарвала, так и что-то сразу же аппетит пропал. Мало ем. Тут у меня цветная капуста. Тут к чаю сладости. А один чеснок купила. Буду делать маринованные баклажаны. Два марсика. Тут у нас йогурт. Молоко клубничное. Йогурт такой. Этот, как его? Слонина. Баклажанная икра, я ее ем до сих пор. Все-все, закрываю. Это что пикало? Это холодильник пикает, чтобы я его закрыла. Что странно, работать начала эта посудомойка. Отойди. Оп, открывается. Что она открывается? Ничего там не мешает. Странно. Что? Это, наверное, вот это. Ты думаешь? Да все вроде нормально. Нет, все нормально. Так и должно быть. Что она стала открываться, вообще непонятно. Сейчас я этот фарш по маленьким мешочкам разделю. Хочу пельмени налепить. Хочу котлеты налепить. Мама, это что такое? Хочу сделать заготовки. Что? Это, видимо, там держалка сломалась. Вот такими вот лепешечками я разложила фарш, чтобы было удобно взять и быстренько, чтобы растаял. Теперь я спокойно отведу душу пельмешками и котлетками. Также еще вспомнила. Думаю, на что у меня так денег много ушло. Купила моющие средства себе для работы. Это для мебели. Это для унитазов. Ну, в общем, для сантехники и для плитки. И очень хорошо отмывает металлические краны и раковины. Хорошее средство. Доместос. В это средство для пола добавляю. Когда мою пол, средство для стекла, зубную пасту себе. Что тут у нас еще? Прокладки. Ай, не могу взять. Сейчас все рухнет. Сейчас. Вот такой Аякс для пола. И еще один Доместос. Я как поняла, что их много не бывает. Вот в таких одноразовых перчатках я убираюсь. Вот такими щеточками я оттираю те поверхности, которые я не хочу трогать руками. Очень удобно. Вот такими вот тоже губками я тру в душевое стекло. Очень хорошо, сразу же все отходит. Тут у меня здесь такая коморочка вот, с моющими средствами. Туалетную бумагу купила. Так, сегодня у меня ушло, не соврать вам, 65 евро. А что я купила, я вообще даже не поняла. Сейчас покажу. Сейчас. Где мой хвостик ходит? А?
А, даже вот, 67,52. Офигеть. Что так много? Может, меня обманули? А, ну нет, у меня же одно мясо только на 16 евро. Все, все понятно. Тогда все нормально. Здравствуйте. Здравствуйте. Постелили пеленку. Не знаю, будет писать, нет. Но будем приучать, по крайней мере. Приспособили нашу коробку. Типа домик. Постелили туда пледик. Да. Купили вот такие вот игрушки, типа, чтобы она грызла. А то она наши тапочки все таскает. Зубки будет чесать. Также я ее сводила к ветеринару. Что-то у нее уши чесались. И вообще она как-то чесалась. Купила ей там специальный шампунь. Прям для ее породы. Сейчас покажу. Ой-ой-ой. Вот. Чтобы такая у нас была белая, пушистая наша крошечка. Гаврошечка. Вот. Сегодня глазки накрасила. Вся такая. Вся такая прям девочка. Так вот у нас тут вечерочком. Хвостик мой за мной не пошел. Да? Не хочет. Хотите? У нас уже вечер. 8 часов, начало 9. Сегодня не поливала траву и вообще уже несколько дней не поливала. Надо полить. Сейчас прям включу воду и полью. Честно говоря, так есть хочу. Нет, пойду сначала что-нибудь поем. А потом уже поливать. Ты пописала? Или мне показалось? Хотела похвалить тебя. Хотела тебя похвалить. Какая ты молодец. Наш телевизор теперь, Маркиза. Нам ничего больше не надо, как наблюдать за ней. Да? Пошла, пошла, пошла. Смелая. Деловая. Маркиза? Маркиза? Завтра у меня работа. Помогаю девочке переезжать из Сутоморы в Подгорицу. У нее животные, 3 кошки и собака, типа таксы. Вот. И также она меня попросила, чтобы я недельку присмотрела за ее животными. Говорит, ну вот, как раз перевезете меня, познакомимся. Я говорю, если вы хотите, я могу пожить у вас. Либо, говорю, я могу просто к вам ездить. Но это будет вам стоить, ну, как бы, дороже. В общем, решили на том, что я к ней перееду на недельку. Ну, там, сколько она будет отсутствовать. Настолько я к ней перееду. Я давно хотела в Подгорице пожить. Вот как раз повод хороший. И денег заработать. И с животными побыть. Будет у нас мини-зоопарк. Да, ты такая хорошая девочка у меня. Такая прям вся любимая-любимая. Да. Пеленки сегодня поехали, купили. Все, я хоть успокоилась. До этого я ей стелила тряпки обычные, такие половые. Ну, что-то как-то вот она вообще эти тряпки игнорит. 2-3 раза пописывает, потом ищет новые места. Я так поняла, что, ну, все-таки не подходит тряпка обычная для приучения к туалету. Все, всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока. Доброй ночи. У нас слышно, как сверчки поют. Люблю этот звук. Все, увидимся в новых видео. Сейчас принесу. Ты знаешь, все твои круга, все твои круга, даже я.
знакомая пригласила в караоке. Вот вечером приехали. А здесь такая красота. Мы здесь первый раз. Глеб пошел купаться. Замечательно. Песня про звуковика все в твоих ушах. И все в твоих руках, и даже я. И даже Таня твоя там уже все в твоих руках. Вот так вот. Замечательно. О, холодная вода? Нормальная? Ой, какой молодец. Ох, как красиво. Ихтиандр. Не холодно? Вот сейчас нет. Говорит нет. Ему только воду дай. Нормально? Да. Ой, вообще теплая. Все равно вылезать некомфортно будет. Ну, полотенце вон есть. Зато уже при деле. Мне кажется, там в воде теплее, чем здесь, снаружи. Сейчас посмотрим, как она теплее. Глеб теперь решил плавать. Вода теплее, чем воздух здесь. На горе так холодно вечером. Поет мой любимый Олег. Я его называю за глаза Лепсом. Зато сразу все понимают, о ком речь. Вот эти вот огоньки, это на горе дома видны. Мелькает все. А здесь гора даже не видна уже. Но здесь никто и не живет, поэтому она не светится. Холодно, Глеб? Нет. Нет? Молодец. Прыгай. У-ху! И дядя Олега. Надо пониже сделать. И серо-желтые города кружатся. И черная,
что вам снится. И пускай дождливы часто эти дни. Приехали мы в Порто Монтенегро. Надо будет убрать квартиру. Так, здесь просто туалет. Самое главное, сказали отмыть эту террасу. Посмотрите, какая она грязная. Растения какие здесь огромные. Вот это вот всю грязь надо отмыть. Потом покажу результат. Сейчас покажу всю квартиру. Такой маленький диванчик получается. Это вот входная дверь. Шкаф в прихожей. Такая вот огромная просторная спальня. Детская кроватка, двуспальная кровать. Шкаф. И ванная. Здесь кухня такая вот маленькая. Витрина, обеденный стол. Здесь дневный боровок. Тут гостиная. Угу, гостиная. Такая гигантская. Очень, очень все стильно. Здесь внутри уборка такая поддерживающая получается. А вот террасу надо будет отмыть. Сейчас я там начну пылесосить и убирать в первую очередь. Потом покажу вам результат. Так, все, показываю вам результат. Все помыто. Террасу я мыла мойкой. Смотрите, какая она сейчас. Отмытая. Чистая. Еще не высохла. Стекла тут все помыты. Так. Так, закрываем.
Москве. Пол еще не высох. Мои сумки стоят, сейчас заберу. Так. Все. Все завершено. Окна чистые. Все чистое.